Блесная кара имеет вытянутое, плоское, довольно широкое тело с загнутым носом и низким центром тяжести. К особенностям данной блесны следует отнести легкую асимметрию головной части. На широких плавных сбросах приманка с небольшими боковыми и продольными колебаниями планирует далеко в сторону от оси лунки. На возврате к вертикали легкая асимметрия блесны заставляет приманку активно покачиваться и вращаться. Если блесну начать подбрасывать резко и широко, то приманка все равно играет удивительно стабильно, легко выворачивается из штопора и планирует в сторону. На коротких подбросах блесна играет по типу «Ванька-встанька» и приземляется каждый раз точно в точку старта. Если блесну подбрасывать еще резче, то приманка начнет делать уже переворот солнышка. Такая игра отлично привлекает любую активную рыбу издалека и особенно нравится окуню. Блесна акара в зависимости от размера может эффективно применяться для ловли щуки, судака и окуня. Приманка имеет целых 4 варианта игры, и рыболов легко сможет подобрать подходящую анимацию приманки точно под настроение рыбы.